безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы, Латвии и Польши. Граждане Польши могут въезжать в Беларусь через пункты пропуска только на белорусско-польском участке границы. Граждане Литвы и граждане, а также не граждане Латвии, могут следовать через пункты пропуска как на белорусско-литовском, так и на белорусско-латвийском участках границы. Для въезда в Беларусь необходимы следующие документы. Действительный документ для выезда за границу. Медицинская страховка. При следовании на автомобиле вам также понадобится зеленая карта. Воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь можно неограниченное количество раз, но не более 90 дней в календарном году. Граждане сопредельных стран Европейского Союза имеют право перемещаться по всей территории страны, в том числе следовать в пограничную зону без пропуска. Напоминаем, что ПЦР-тест или сертификат о вакцинации при въезде в Беларусь не нужны. Обращаем внимание, что по безвизу нельзя приехать в Беларусь с целью следования через территорию Беларуси в третьи страны, получения вида на жительство, работы, учебы. В вышеуказанных случаях необходимо оформить визу Республики Беларусь. Вся актуальная информация о правилах безвизового въезда в Беларусь размещена на интернет-портале Госпогранкомитета и в мобильном приложении «Граница Беларуси».